1 сентября наша страна перешагнула психологический рубеж. Количество заболевших коронавирусом в России превысило миллион. Пугающие цифры Федеральный оперативный штаб обнародовал и по Новгородской области. За сутки от инфекции нового типа скончались 10 человек. Антирекорд по количеству смертей от коронавируса в Новгородской области был зафиксирован в июне. Тогда COVID-19 унес жизни 51 человека. Если учитывать 10 жертв новой инфекции, о которых сегодня в суточной сводке сообщает Федеральный оперативный штаб, то всего в нашем регионе с начала пандемии скончались 83 пациента. Общее количество заболевших с нарастающим итогом сегодня достигло 4363. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 23 человек. 153 пациента сейчас находятся в стационарах. 611 лечатся амбулаторно. Переболели новым коронавирусом и полностью выздоровели в Новгородской области 3519 человек. За прошедшие сутки было выписано еще 23 жителя региона. Под медицинским наблюдением остаются более 2500 человек.